Папуля, давай купим игрушку. Конечно, доченька. Какое пианино ты хочешь? Я хочу этот пазл. Что это? Этот пазл тебя ничему не научит. Извините, у вас есть пазл с таблицей Менделеева? Папочка, поиграй со мной в куклы. Хорошо. Давай лучше поиграем в шахматы. Да, да. Ох, блин, твоя кукла снова написала на стол. Поняла. Мне уже 5 лет. Это слишком просто для меня. Папа, я плохо себя чувствую. О, солнышко, я за тобой поухаживаю. Дорогая, иди во двор и зарежь курицу. Будем варить бульон для дочки. Хорошо, давай посмотрим, что у нас тут есть. Банки? Не. Хорошо, что у меня есть специальный набор эфирных масел для детей. У тебя болит живот? Давай попробуем это эфирное масло. Может, тебе надо просто отдохнуть и поспать? Это тебя успокоит. Спасибо, папа. Мне уже немного лучше. Спокойной ночи. Папа, не выключай свет. Я боюсь Бабу-Ягу. Ох, у меня как раз есть что-то, что сделает тебя смелой. Thank you.